Остановка. Бесходниковский переулок. Следующая остановка – 7-й автобусный парк. Уважаемые пассажиры, в центре Москвы введена новая сеть наземных маршрутов «Магистраль». Передвигаться по центру теперь удобно и легко. Новые автобусы будут проводить по классам с интервалом до 5 минут. Дополнительная информация и новые схемы маршрутов размещены на остановках и на сайте mos.ru. Приятных вам поездок!
Следующая остановка. Кинотеатр «Комсомолец». Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из застоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Ожидая автобус, не стойте близко к краю тротуара. Станция метро Петровская-Разумовская.